Занимаюсь я третий год. У меня интерес появился еще, когда я училась в школе. Начав этот вид спорта, я узнала, что наши предки, не только мужчины, но и женщины, пользовались луком как средство защиты и добычи себе еды, когда их мужья уходили на войны и на охоту. А у него свои свойства, и то, что он отличается от спортивного этого лука, то, что здесь нету прикладки, прицела нету и полочки. Тут чисто интуитивно нужно, этим он и интересен. И он развивает еще как только физические способности, но и как философия связана, математика связана. То, что тут нужно рассчитывать, как эту траекторию надо рассчитать. А философия у него такова, то, что, ну, то, что у него много тайн и историю. Я ездила 2 года подряд в Казахстан, город Балхаш, по 3D-мишени в прошлом году, и в этом году Джамбату было. Там были, я была чемпионкой дважды. Далеко я, самое далеко ездила в Катар. Ну, там как не очень развито, я просто показала, что есть в Кыргызстане луч, не только лучники, но и лучницы.